На заседании Оперштаба обсудили ситуацию на продовольственном рынке. По словам министра экономического развития Заура Кучиева, скачок цен из-за ажиотажного спроса локализировали. Он постепенно возвращается в привычный режим. Федеральные сети, представленные в республике, активно наращивают товарные запасы в магазинах и распределительных центрах. Также сельхозпроизводители Ростовской области начнут прямые поставки в Северную Осетию. Речь идет о подсолнечном масле, крупах, семенах. Товары будут поступать на наш рынок по ценам изготовителей. Это прогнозируют специалисты. Положительно скажется на динамике цен. Борис Джанаев поручил наладить аналогичную работу с Краснодарским и Ставропольским краями, а также ежедневно мониторить цены на социально значимые товары, лекарства и контролировать ситуацию с тарифами на пассажирские перевозки. Особое внимание премьер уделил секторам экономики, оказавшимся под санкционным давлением. Нужно активно поддерживать бизнес, создавать рабочие места и создавать комфортный климат для ведения. На федеральном уровне разработано много очень мер, направленных на поддержку различных отраслей экономики. Это очень хорошее подспорье, серьезное подспорье. Хотелось бы, чтобы мы активнее эти меры поддержки применяли на территории нашей республики.